Всем зрителям, подписчикам, привет! Сегодня будем строить теплицу под названием «Легенда», а точнее половинка теплицы от «Легенды», пристенная будет 1,5 на 5. Вот к этой стене ее пристроим, на этот брус ее поставим. Пока разгрузились, готовимся и начинаем собирать. Каркас пристенной теплицы у нас готов. Все выставили по уровню, закрепили его к стене на анкера. Сейчас будем крыть стену, потом крышу. У нас завершился монтаж. Напоминаю, сегодня строили теплицу. Легенда пристенная. Ширина 1,5, длиной 5 метров. Цельная дверь с одного торца видим. Глухой торец с другой стороны. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40, покраска полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Все стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Также имеются диагональные усилители, также имеются две форточки стеновые с ручным управлением. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. По всем периметрам установлена облицовка, чтобы все было красиво. Также она прижимает поликарбонат к каркасу по углам. Вот такая отличная пристенная легенда у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!